дисциплина технология разработки кибербезопасности. Тема первая – введение кибербезопасности. Цель дисциплины – основные изучить методы и средства защиты систем обработки информации. План первое – угрозы безопасности информации и их классификация. Второе – вредоносная программа. Сначала рассмотрим, что такое кибербезопасность. Информационная безопасность – сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации. Общие задачи обеспечения информационной безопасности включают следующее. Это первое – конфиденциальность. Обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям. Второе – целостность. Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее обработки. И третье – доступность. Обеспечение к доступу к информации и связанной с ней активам авторизованных пользователей по мере безопасности. Кибербезопасность – деятельность или процесс, возможность или способность, в соответствии с которыми информационные или телекоммуникационные системы и хранящаяся в них информация защищена от повреждений, несанкционированное использование или извлечение выгоды от их использования. Вывод. Что касается безопасности информации, называется информационная безопасность. А что касается безопасности IT-инфраструктуры и информационных хранящихся в ней, это уже кибербезопасность. Угроза информационной безопасности – совокупность условий и факторов, создающихся опасность нарушения информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы по различным признакам. По аспекту информационной безопасности, на которые направлены угрозы. Угрозы конфиденциальности. Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что информация становится известной тому, кто не располагает полномочия доступа к ней. Угроза целостности. Угрозы нарушения целостности – это угрозы, связанные с вероятностью модификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе. Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами от умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования. Угроза доступности – это нарушение доступности представляет собой создание таких условий, при которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо возможен за время, которое не обеспечивает выполнение тех или иных бизнес-целей. По расположению источника угрозы делится на внутреннее. Источник угрозы располагается внутри системы. Внешние источники угроз находятся вне системы. По размерам наносимого ущерба, первое – это общее нанесение ущерба объекту безопасности в целом, причинение значительного ущерба. Локальное причинение вреда отдельным частям объекта безопасности. Частное причинение вреда отдельным свойствам элемента объекта безопасности. По степени воздействия на информационную систему, первое – это пассивная структура и содержание системы не изменяются, и активная структура и содержание системы подвергается к изменению. По природе возникновения, первое – это естественное, вызвано воздействием на информационную среду объективным физических процессов или стихийных природных явлений, не зависящих от воли человека. И второе – искусственное, субъективное – это вызванное воздействие на информационную сферу человека. Среди искусственных угроз, в свою очередь, выделяют. Это непреднамеренные угрозы и преднамеренные угрозы. Непреднамеренные угрозы – это у нас случайные угрозы, ошибки программного обеспечения персонала, сбой работы системы. А преднамеренные – это умышленные угрозы, неправомерный доступ к информации, разработка специального программного обеспечения, используемого для осуществления неправомерного доступа.
Вредоносные программы. Вредоносные программы – это назойливые или опасные программы, предназначенные для тайного доступа к устройству без ведома его владельца. Выделяют несколько типов вредоносного программного обеспечения. Это шпионские, рекламные, фишинговые, троянские, вымогательские программы, вирусы, черви, руткиты и программы, нацеленные на захват контроля над браузером. Источники вредоносного программного обеспечения зачастую вредоносное программное обеспечение попадает на устройство через интернет или электронную почту. Однако ее источником могут быть взломанные сайты, демо-версии игр, музыкальные файлы, панели инструментов, различные программные обеспечения, бесплатные подписки и все данные в интернете, которые вы скачиваете с интернетом. Как распознать вредоносное программное обеспечение? Медленная работа, всплывающие сообщения, спам или сбой в работе зачастую говорят о том, что устройство заражено вредоносным программным обеспечением. Чтобы проверить, так или это может, можно воспользоваться сканером вредоносного программного обеспечения. Как удалить вредоносное программное обеспечение? Лучший способ избавиться от проблемы – воспользоваться надежным инструментом для удаления вредоносного программного обеспечения, который может найти в любой качественном антивирусном программе. Программы для защиты от вредоносного программного обеспечения. Использование современного антивирусного решения – это самый эффективный способ предотвращения, обнаружения и отстранения вредоносного программного обеспечения с компьютера. Так, тема вторая. Киберпространство и основа кибербезопасности. Цель – выявить концепцию развития кибербезопасности, терминология кибер и стратегия кибербезопасности. Тема вторая – киберпространство и основы кибербезопасности. Цель – выявить концепцию развития кибербезопасности. План – терминология кибер и стратегия кибербезопасности. Термин кибербезопасность и киберпространство с английского cyberspace происходит от слова кибернетика и пространство. Это метафорическая абстракция, используемая в философии, в компьютерах, является виртуальной реальностью для представления ноосферы или второй мир как внутри компьютеров, так и внутри компьютерных сетей. С развитием киберпространства появились несколько видов атак, либо же кибератак, либо же кибервойна. Кибератака, либо же кибервойна – противостояние в сети интернет, направленное в первую очередь на выведение из строя компьютерных систем, госорганов, страны противника, а также систем ее критических отраслей инфраструктуры. Межгосударственные отношения и политическое противостояние часто находят продолжение в интернете в виде кибервойны, вандализме, пропаганде, шпионаже и непосредственно атак на компьютерные системы и серверы. Эксперты выделяют несколько видов атак в глобальной сети интернет. Получается, это вандализм, пропаганда, сбор информации, отказ от сервиса, вмешательство в работу оборудования, а также атаки на узлы инфраструктуры. Теперь рассмотрим основные термины. Первое – это вандализм. Использование интернета для почты, веб-страниц, замены контента оскорбительными или пропагандистскими картинками. Второе – пропаганда. Рассылка сообщений пропагандистским характером. Третье – сбор информации. Взлом частных страниц или серверов для сбора секретной информации или ее замены на фальшивую.
отказ сервиса, атаки на компьютерные системы направлены на дестабилизацию работы атакованного сайта либо же компьютера, вмешательство в работу оборудования, атаки на компьютеры, контролирующие работу гражданского или военного оборудования, чтобы проводить к его исключению или поломке. Атаки на узлы инфраструктуры, атаки на компьютеры, обеспечивающие жизнедеятельность городов или инфраструктуры, таких как телефонные системы, системы водоснабжения, электросвязи, электроэнергетика, пожарная охрана или же транспорт. В режиме реального времени данные о кибератак можно посмотреть в лаборатории Касперского. Терминология кибер. Вопросы кибербезопасности срочно вошли в международное сообщество, выпущенным международным стандартом ISO MEC 27032. Руководящие указания по кибербезопасности информационной технологии, методы обеспечения безопасности, руководящие указания по кибербезопасности, которые состоит взять за основу при исследовании вопроса кибербезопасности. Теперь стратегия кибербезопасности. Стратегия кибербезопасности 10 января 2014 года размещена концепция стратегии кибербезопасности. Определены следующие понятия. Это информационное пространство, сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающее воздействие в том числе на индивидуальное общение создания и информационную инфраструктуру в собственную информацию. Информационная безопасность – состояние защищенности личности, организации и государства и их интересов от угроз деструктивных и иных негативных воздействий информационного пространства. Киберпространство – сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупность коммуникационных каналов, интернета, других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры обеспечения, их функционирования и любых форм, осуществляемой посредством их использования человеческих активностей. И кибербезопасность – совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства защищены от максимально возможного числа угроз и воздействия с нежелательными последствиями. Теперь понятие как киберпространство – это сложная среда, не существующая ни в какой физической сфере, возникающую в результате взаимодействия людей, программное обеспечение, интернет-сервисы посредством технологических устройств и сетевых связей. Так, теперь третья тема. Тема третья. Концепция стратегии кибербезопасности Республики Казахстан. Цель – рассмотреть концепцию развития киберщита «Казахстан-2050», план – первая концепция кибербезопасности и термины и определения. Концепция кибербезопасности. Киберщит Казахстана, далее мы рассмотрим или будем говорить как концепция, разработана в соответствии с посланием президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность» с учетом подходов стратегии «Казахстан-2050» по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира. Концепция основана на оценке текущей ситуации в сфере информатизации государственных органов, автоматизации и государственных услуг, перспектив развития цифровой экономики и технической модернизации производительных процессов и промышленных расширенной сферы оказания информационно-коммуникационных услуг. Концепция определения основные направления реализации государственной политики в сфере защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем, сетей телекоммуникаций, обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационной технологии. Концепция призвана
обеспечить единство подходов к мониторингу, обеспечению информационной безопасности государственных органов, предупреждение или оперативное реагирование на инциденты информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного или же технического характера, введенные чрезвычайное или военное положение. При разработке концепции изучен международный опыт в области формирования подходов к защите национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры государств-лидеров в сфере разработки и использования информационных коммуникационных технологий, так и стран, стремящихся расширить сферу их применения для достижения цели и социально-экономического развития. Выполнение данной концепции служит дальнейшей модернизации казахстанского общества и станет вкладом Казахстана в реализацию глобальной программы кибербезопасности ООН. Теперь термины и определения. Для целей настоящей концепции под кибербезопасностью понимается состояние защищенности информации электронной форме и среды ее обработки, хранения, передачи от внешних и внутренних угроз, то есть информационная безопасность в сфере информатизации. Теперь термины как аутентичность. Возможность достоверно установить автора юридического значимого действия с информацией или сообщения в сфере оказания информационно-коммуникационных услуг, например, в электронной коммерции, когда используется электронная цифровая подпись или новый способ аутентификации. Следующий термин как апеллируемость. Это возможность при отказе от авторства доказать, что автором действия с информацией в информационной системе или ресурсе является именно данный пользователь и никто другой путем регистрации совершаемых действий. Следующее – аутентификация. Проверка принадлежности к субъекту доступа предъявленного им идентификатора либо подтверждение его подлинности. Теперь понятие как идентификация. Присвоение субъектом доступа к информационной системе или электронному ресурсу личного идентификатора, обеспечивающего установление подлинности и определение полномочий субъекта при его допуске к информационной системе. Контроль полномочий в процессе сеанса работы и регистрации действий. Идентификация и аутентификация – основа современных программно-технических средств безопасности, так как любые ИКТ-услуги и сервисы в основном рассчитаны на обслуживание субъектов пользователей. Угроза информационной безопасности – потенциально возможные события, процесс или явление, которое представляет воздействие на информацию либо же компоненты информационной системы. Или ресурсы могут быть прямо либо же косвенно привести к нанесению ущерба интересам владельца или пользователя. Наиболее распространенные угрозы информационной безопасности – это сбои оборудования, такие как кабельные системы, дисковых систем, архивные данные, серверы, рабочие станции, направленные на хранение архивных данных, нарушение прав доступа к данным, некорректная работа пользователей и обслуживание персонала, потери информации из-за несанкционированного доступа или информатизации вредоносного программы компьютерными вирусами. Компьютерная атака – целенаправленная попытка реализации угрозы несанкционированного воздействия на информацию, электронный ресурс, информационную систему либо получение доступа к ним и применение программных или программно-аппаратных средств по протоколам между взаимодействиями.